в пятницу. Потенька, это моя новая подружка. Ты не соскучилась по мне? Завела роман с прорабом, чтобы ремонт быстрее закончил. За тобой глаз да глаз нужен. Малыш, Лана вернулась пока. У тебя другая женщина. Ты крутишь роман на глазах у собственного сына. Но это еще ничего не доказывает, Лана. Ты оскорбил при этом себя. Хорошо, было. Уходи. Это моя квартира. Истеричка. Заблудилась. Катерина. Так, так, так. Ты кто, Светлана? Светлана! Явилась! Да ты посмотри на нее, она же алкоголичка. Светлана, вы можете говорить? Я же сказала, это она. Кажется, она ведь теряет сознание. А я что, здесь живу? Да. А до этого где я жила? Я не помню. Дина Корзун и Ольга Сумская в фильме «Абонент временно недоступен». В пятницу на ТВ-РУС.